День солидарности людей, что это? Солидарность – это чтобы заниматься, принимать людей на день рождения, чтобы все, чтобы было день рождения, подарили какие-нибудь подарки на день рождения дарить. Это когда солидарность – это такие буквы, которые везде красными буквами написано везде «Солидарность». Это объединение вокруг кого? Я не знаю, что это такое «Солидарность». Я слышал, что это слово по телевизору, но я не знаю, что это означает. Мне не очень нравится это слово. Чтобы дарили все, что можно. А что здесь смешного?